Руслан Супьянович с первым заместителем посетили Мунинскую среднюю школу, где ведется тоже ремонт по федеральной программе. В целом работы глава остался довольным, подрядчик тоже добросовестный. А здесь предусмотрены работы. Кровлю поменять в одном корпусе, два корпуса полностью облицовываем сайдингом. В коридорах меняем полы, потолки, электромонтаж полностью будем менять. И противопожарную сигнализацию, и камеры наблюдения. А также будут устранены все замечания, которые запишут пожарный надзор и Роспотребнадзор. В ходе посещения было отмечено, что данное щитовое здание давно уже подлежит сносу, но в связи с тем, что у нас нет условий других мест, чтобы пока дети занимались, хотя это плохо, планируется в этом году уже строительство новой школы, но приходится хотя бы на время сделать ремонт в данной школе. Получается, мы сделали вывод, что мы будем делать только все необходимые работы для поддержания учебного процесса. Никаких излишеств или там облицовок, роскоши не будет. Все необходимое, отопление, электрика, противопожарную безопасность соблюдая. Будем поддерживать эту школу до начала и завершения строительства школы.